Доброе утро, сыночек. Доброе. Что у нас на завтрак? Не трогай сковородочку. Сегодня на завтрак оладики. Оладики, да, правильно. Вот они на прокисшем молоке. У нас это кисляк называется. Я замесила тесто. То есть, как всегда, сахар, мука, 2 яйца. И соль, щепотка. И что еще? Ну и сам кисляк. Так, Антошек сейчас колотит чай. Кофе с молоком, а чай с холодной водой мы пьем, чтобы не ждать долго, пока оно стынет, и не обжечь детям языки. Такая вот горочка оладиков получилась. Сейчас будем их с медиком кушать. Все? Да. Сюда пока клади. Все, сейчас я все добавлю молочка. Беги тогда, всех зови, хорошо? Всем приятного аппетита! А? Ты кушаешь оладики у нас сегодня же на завтрак? Завтраком я уже к зубному. Да. В 9 утра же. Да, в 9 утра. Ты что за рыбки такие? Это большой проект. Большой проект? Это все мы делали. Это папины? Мама. Мама, это контроль левая, это контроль левая. У нас уже два большого проекта. Один Гандриша делал, один мы с ним. Да. Один для тебя, один для папы. Это для тебя рыбки. А папе самолет. Он там управляет. А ты плаваешь на рыбках. Там еще цветок. Солнце. Так, ну я тогда пошла обед готовить. Угу. Так, на обед у нас будет печеночка мелко-мелко порезанная и сердечки мелко порезанные, обжаренные с луком. И все это я добавлю к пюрешке. Здесь вот начистила картошки, сейчас пюрешка. Картошка сварится, буду делать пюре с вот такой вот пережаркой из печени и лука и сердечек. У нас уже 4 часа, мы все поспали, даже Антон Сергеевич спал, Гришка до сих пор спит. Теперь опять все подъедаем эту пюрешку, да, с печенкой. Ну, как тебе пюре с печеночкой, Антош? Класс. Класс? Она большая такая на обед. Да? Печенка. А, ну, папа, мама, это еще приготовишь на обед. Угу. Так, пока тут папуля смотрит кино с детьми по СТС какое-то. Что такое, Антон Сергеевич? А я тут делала цветочки. Антоха, правда, сказал, это айсинг. Делала 250 грамм сахарной пудры на один белок. И чуть лимонного сока. Мам, это похоже на какашечки. Да, Антоша сказал, что это какашечки. Но это я первый раз делала. Мам, нет, мам. Эти похожи на розочки, а эти на какашечки. Да? Очень приятно, сынок. Очень, не знаю, вот такой вот 5 получится, как звезда насадка. Не знаю, какая она там маленькая. Очень пробовала делать. Это такие вот какашечки, розочки. Здесь такой цвет, конечно, голубой. Не очень мне понравился он. Так, постирала я. Сейчас вот развесила Гришину защиту на карате.
пока здесь не огромная гора вещей, я разложу ее. И заложила еще кимоно после тренировки. Надо его тоже сразу привести в порядок, чтобы не забыть про него. А то так в сумке будет валяться. Потом достанем, а оно будет вообще в ужасном состоянии. В общем, сейчас складываю белье. Ребята уже пошли на улицу. Мы уже какой день подряд до 6 часов вообще на улицу не выходим. Сидим, включаем кондиционер. И везде я закрываю окна. Прям шторами закрываю, где есть темные. И открываю вот это окно на кухне. Комнаты, чтобы туда заходил холодный воздух, потому что жара невыносимая, духота даже больше, но солнце, конечно, парит прям больше 40, наверное, на солнце вообще 50 градусов. Марсик тут отдыхает. Мама, ты вышла? Я вышла, да, я сложила ваши вещички. А что там кепка Афони наваляется? Афоня? Не надо, Аляка. Не надо. Вот так, Аляка. Вот так, просто держись так, хорошо? А ты держись. Я это из Far Cry Primal это рисую. Ниндзя, деревня ниндзя. Только ты держись, Афонь, хорошо? Крепко, хорошо? А крепко. Мама крепко. Ты крепко? Мама, я катук там. А, батут там? Правильно. Да, батут. Антош, держись. Антош, держись. Даша что-то сегодня не приходит, да? Да. Вообще-то говорила, что должна. Ну да. Пап, ну что, крыша получается? Ну, да, это закрывается. Осталось еще железо положить? Не, ну подшиву сейчас. Единственное, придется наружный уголок потом купить. Пап. Надеемся, что не будет теперь кладовку, да? А нет, забивать. Это не из-за этого, надо трубу за силиконовую. Какую? А, вот эту? Угу. О, наша труба, привет! Вылазь, Афонь, куда пойдешь? Антоша, давай, снимай его, помогай ему, держи. Я сам! Афоня, что отсюда я лезешь? Я сейчас ставлю берег. Давай. Ну а обуться, может, надо, а? Так, ты пойди обуйся, твои шлепочки там на месте. Мама, вымыла. Нет, ты принеси свои шлепки. Антош, еще ее отгибай. Вот так, да. А я сейчас на своем встану. Угу. Мама, тут у меня мягкие обувки. Давай, иди обуйся. Мама, тут у меня обувки. Колючки нету тут колючек. Камушки все равно неприятно ножкам. Ты куда, Антош? Никуда, я тут. А. Мама, сюда ко мне иди. Мама, подаюха, буду с Гавриха в магазин ездить. Так ты научись сначала хорошо тормозить на этом велике. А я научился. Ну, не знаю, я пока еще не заметила. Вот тут мама, ты? Покажи. Как тебе ездить на вот тот зеленый? Садиться и ездить? А там я бегаю. Ну, если ты будешь там ездить и никуда не уезжать, то можно там ездить. Мама, я там бегаю. Ну, выезжай. Могу. Ну, так надо встать, конечно, ты так не сможешь. Афоня, а ты в садик поедешь, а я к зубному. Ты там бегаю. Все, папуля доделает крышу. Сегодня не успели. Да, ну так рано темнеет просто, да? Просто, ну, раньше выход. Либо нет, жарко, да. Господи, а что это у нас тут за наскальные, пап, эти? А-а. Ты не знаешь? Мама, ну как тебе то, что я нарисовал? Когда-то это надо будет снять и... Да, и в комнату, Гриша? И стену, нет. Так. Прикольно, да? Mm-hmm. Вот это. Неси там на столе циркулярки лист. Газончик наш поливается. Не подходи только, чтобы тебя не обрызгало, ладно? Мама, это колюк. Мама, мы даем тебе световой сигнал. Да? Да. Мама, ты... Я думала,
И светило бы этот батут с подсветкой. Точно. А? Точно. Давай попробуем. Почему бы и нет? Да. Посмотрим. Стой, не прыгай. Светится! А дискотека не работает? Решуль, застегивай только батут, пожалуйста. Да, нет, Антош, давай лучше белый свет. Давай. Здесь я уже свои полотенца вывешиваю. Сходила в душ в летний наш покупаться. Кимоно постирано. И вот мама, тут вот защита батут тоже. Подсветкой. Батут с подсветкой? Мама, а ты что? Бежишь. Бегаешь тут? А вот же еще хотела показать Гришин вчерашний проект. Вот здесь просто небо. И здесь вот самолетик. Одевается, он здесь и летает. Это папе проект, как Гриша сказал. А тот с рыбками мне. А, я вообще в темноте. В общем, я сейчас уже села за компьютер, буду монтировать видео. Блин, на компьютере какой-то непонятный треск. Какой-то не треск. Не знаю, слышите? В общем, надо вызывать мастера. Вот, папуля у нас занимается... Ну, сейчас будет заниматься купанием детей. Вот, я насветила здесь белый экран. Вот, и я так рада, что он этим занимается. Сейчас они пойдут там в летний душик, я им уже вынесла полотенце. Вот, и прибегут уже сюда. Так что у нас купанием детей занимается папуля. Кто у вас? Напишите, кто у вас купает детей. Ну, Григорий уже, в принципе, сам может, но младшеньких еще надо, Афоню особенно, надо подгонять и вытягивать, иначе он бы там и стоял под душем. В общем, думаю, что на сегодня все. Всем до завтра. В общем, такой день жары, когда не хотелось выходить из дома, и мы вот как улеглись спать час, наверное, и только в 4 проснулись под кондиционером. Все нормально. Ну, дети не под кондиционером, я спала под кондиционером. Вот, но укрытая. Вот, слава богу, нет. Я так переживала, что горло будет болеть. В общем, ладно, всем до завтра. Увидимся, пока. Think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. Think I'm crying on my own, well I ain't.